Это мой микрофон, он долго лежал в пыли, но это не значит, что он ничей. Зачем тебе нужен рэп, кто тебя научил? Зачем все эти мемы, флешмобы, этот манекен челлендж? Зачем ты надел на себя эти скользкие чешки? Я знал одного шитая, он как ты не снимал колпак. Он думал, что всех околпачит, но его затоптала толпа. Он присел в этот раз на картах не с теми. Смотри, как становятся длинными тени. Зачем ты читаешь рэп? Ты не врастенник, маленький пенис. Что тебе нужно, звонкие пени? Или статья о тебе в Википедии? Кто записал тебе эту программу в твой воспаленный пенсию? Ты думаешь, можно спрятаться за балаклавой или за низкой панамой? Ты думаешь, голос страны — это то, что на первом канале? Он начинал как Зорро, как он попал в этот прозорий? Нет никакой особой рэп-хромосомы, еще один ебаный коммерс. Задача ловчей других — повесить всем на уши спагетти. Рэп — это больше не музыка, это маркетинг. Клоун на стероидах ебет весь сырки. Если рэп оксимурон, я окситоцин. Если рэп это ютуб, то я видеоблог. Если рэп это наган, то я видимо глок. Если рэп это грибы, грибоедов МС. Если рэп это Бейонсе, то я Джей-Зи. Если рэп это Иисус, то я антихрист. Если манекен челлендж, я антихрист. У тебя опять солдат, фанаты текут под отелки на вписке. Ты знал, что дворец по-турецки, сарай — это я паралимпийский. Надежные вечейки, чеки, хейтеры воют как виолончели. Но твоему за что-то молчит Буса Иуда на тайной вечере. Кто-то мне обещал, что раздолбит лед, но ебаный йота и ныне там. Этот лед между нами не тает. Ты не ждал, что тебя обратит не так. Я вас больше не вынесу, если не вынесу вас, как жизни до леда. Клизму санитар, низкий мавитон, диски без льда, диски кинотап. Несу вас, это чисто божий дар. Несу вас, это высший пилотаж. Несу вас, вы крыски и гопота. Несу вас, и слизья минотов. Понимай смыслы, прочитай мысли на местах. Числа на крестах кисти. Черный мистик, вы бойся писти. Тебе нужен рамс, тебе нужен грайм. Потерянный брань, акула пираты. Хай пожор, будто хача мираны принес раздрай. Ебал весь прайм. Это не рэп, а камеди. Все, чем без памяти, с памяти. Это истерика, это империя. Это манекен челлендж для угеренных. Это танцы для зомби, истерика. Это горькая правда, как из стерви. Но я вышел сегодня к вам из тени, будто мистерия. То распизделись, тут свежая кровь, будто истерика. Есть зло, есть ярость без берега. Блэклист семени, это впрыск семени. Слышу визг племени, это глист для меня. Лег вниз теменем, Василиск в теле. Я кронпринц темени, это квест Тимона. Полный астероид, так ебет весь сырки. Если рэп оксимурон, я окситоцин. Если рэп это ютуб, то я видеоблог. Если рэп это наган, то я видимо глок. Если рэп это грибы, грибоедов МС. Если рэп это Бейонсе, то я Джей-Зи. Если рэп это Иисус, то я антихрист. Если манекен челлендж, я антифриз. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Just lies and more contradictions. So tell me, what would you say?